ошибку начала показывать. Я первый раз попытался зарегистрироваться около 9 утра. Я подумал, что Дия обновляется. И уже около часу дня я перестал видеть такую возможность. То есть они полностью убрали окошко. Разовая матеріальна допомога. Що ви, пане Владе, знаєте про тестовий режим роботи додатку? Чи бачили десь попередження про це? Ви знаєте, я не бачив і не слышав нічого о тестовому режимі. Для мене є загадкою постоянства. Вот постоянно у нас тестирують все постфактум. Я не розумію, чому не можна протестувати все зарані і вже. Если вы анонсируете определенную дату, почему к этой дате нельзя подойти, ну, подготовленным? И на самом деле это очень сильно раздражает и вселяет какое-то уныние, потому что если в этом не могут подготовиться, ну, тогда, наверное, беда. Беда везде. Я считаю, что помощь 8000, она, ее преподносят так, как будто бы она спасает бизнес целиком и полностью. На самом деле это латание дыр тонущего корабля. Пробоина на 800 тысяч, а мы латаем на 8. Что мали б зробити посадовці у цій ситуації? Ну, як ви, чого б ви чекали від них сьогодні? Правильні дії, які були б, на вашу думку? Прем'єр-міністр – це у нас хто? Це чоловік, созданий з нафталіна, він такий невидимий. Ну, вийдіть, проведіть брифінг. У них же хорошо виходить відео записувати, правильно? Ну, запишите видео, обратитесь к народу и объясните, что да, по техническим причинам, потому что много заявок, там, легли серверы, еще что-то. Выйдите и нормально, то есть это осветите.